12 молодых северодвинских учителей сегодня серьезно задумались о покупке квартиры. Им выдали свидетельство на оплату первоначального взноса по ипотеке. Главное условие участия в программе – возраст до 35 лет. Покупать квартиру молодой педагог Юлия в этом году не планировала. Уроженка села Яринск Ленского района сначала приехала в Архангельск. Окончила там ПГУ, но работу по специальности нашла в Северодвинске. Учителем русского языка и литературы работает 2 года. Все это время жила у родственников в однокомнатной квартире. Сегодня получила свидетельство на 269 тысяч рублей. Если честно, у меня наметок нет, потому что мне позвонили вчера после обеда, я в таком шоке. Поэтому наметки будут... Вот сейчас начнутся. Ну, какие наметки? Хочется, конечно, квартиру свою. Так как у меня сейчас семья состоит из одного человека, то есть из меня самой, соответственно, однокомнатную квартиру, да. Помимо того, что мне дают вот этот сертификат, еще учителя молодым предоставляют процентную ставку сниженную. Поэтому двойной такой плюс. В зависимости от количества членов семьи, сумма в свидетельствах варьируется от 269 до 441 тысячи рублей. Оно дает право оплатить первоначальный взнос по ипотеке. По всей области выплаты получили 40 молодых педагогов, 12 из Северодвинска. Последние годы мы стараемся максимально, так сказать, в большем объеме решать эти вопросы по всем программам, буквально, которые сегодня работают на территории Архангельской области, которые сегодня действуют в Российской Федерации. Мы сегодня имеем конкурс на наше направление, серьезный конкурс в университетах, в учреждениях среднего профессионального образования. Это говорит о том, что престиж профессии, он существенно возрос, и сам конкурс, он говорит о том, что мы получим качественного педагога. Молодым северодвинским учителям министр пожелал детей, чтобы и материнский капитал им помог покрыть еще часть ипотеки. Анна Бибикова, Денис Богданов, Вестник Северодвинска.